Всех приветствую. Некоторое время назад прикупил такой вот, как я его называю, карманный нивелир. Ну, вот хотел бы показать некоторые плюсы, минусы, как бы говорится, оставить свой отзыв в его работе. Поставляется он в такой металлической коробочке, как для общего хранения неплохо, ее тоже можно подвесить. Сзади есть возможность крепления на стену. Вот таким вот макаром. Честно говоря, это ни разу не пользовался этим. Внутри коробочки аккуратно упакован держатель, сам нивелир и такая вот интересная подставочка. Но коробочка нам сейчас не нужна, поэтому ее отложим в сторону. Ну, начнем с самого нивелира. Значит, представляет собой вот такую маленький такой кубик, который спокойно можно использовать, ну, реально где угодно. Работает он от двух батареечек. Сейчас, как оно тут было? Да, двух мизинчиковых батареечек. Зарядил последний раз батарейки сюда полгода назад, вот, наверное, как приобрел. За все это время ни разу не менял батарейки. То есть его использую не очень длительное время, то есть отметил, что нужно на стене. Какие-то пометки карандашом, например, пометил или немного поставил. Он постоял, показал линию, по этой линии что-то сделал, выключил. Значит, сам по себе нивелир очень неплохо нивелируется, опять же. Вполне достаточно какой-то не сильно ровной поверхности, чтобы он выровнялся. Можно немного, вот для примера, стол у меня стоит достаточно ровно, вот подставляю, чтобы сделать ему косую поверхность, и он умудряется спокойно делать нормальную линию. То есть у него угол нивелирования, по-моему, чуть более 4 градусов. Лампочка вверху указывает о том, что он неровно стоит. То есть как только он ровно стал, лампочка тухнет. Как только он неровно стоит, не может самонивелироваться, лампочка тут же зажигается. То есть как такой индикатор очень достаточно удобно. Чем, как его еще хорошо использовать? Например, квига первый, это второй квига. У квига первого, в случае, если я навожу линию вертикально, например, его переворачиваю на потолок, то он выключался. Здесь такого нет, поэтому его можно, вплоть до того, что вертикально поставить по потолку, на потолке получить ровную линию, сделать нужные пометки и сделать нужные действия. Какие у него плюсы и минусы? Ну, наверное, сначала по минусам. В принципе, у него минус только один. Ну, можно даже сказать, два, наверное, все-таки. Первый минус – это что на достаточно большом расстоянии, это от 4-5 метров, достаточно жирная толстая линия. То есть линия может доходить толщиной до полусантиметра, 1 сантиметра на расстоянии 7 метров. Может быть небольшой дискомфорт рисовать. То есть если кто-то работает с профессиональными нивелирами, то знает, что там линия тоненькая даже на большом расстоянии. Здесь такого нет. В дневную погоду на расстоянии 5 метров эту линию может быть плохо видно. То есть все-таки это для как бы домашнего использования нивелира. Второй, наверное, минус, который можно сказать, это в том, что у него горизонтальная и вертикальная направляющая работают только вместе. Нельзя отключить только вертикальную или отключить только горизонтальную. То есть он такой возможности просто не предоставляет. Соответственно, экономию батареек в этом случае включить нельзя. Хорошо это или плохо, ну, каждому свое. Так, ну и теперь дойдем к плюсам. Значит, первый из плюсов в том, что его можно поставить в любом направлении. То есть поставить просто вертикально, включить, как говорил, линию, отобразить на потолке. Он не тухнет, не выключается. Самонивелируется хорошо. До 4 градусов, то есть вот с такой подставочкой. Подставочка где-то, ну, 4-5 миллиметров. Вот его ставлю, включаю. Сигнализатор
лампочка сигнала не сообщает о том, что он стоит неровно. Но даже на таком расстоянии видно, что толщина линии где-то порядка 3 мм уже, то есть вблизи. Большой плюс у него в том, что здесь у него есть крепление под штатив любой видеокамеры, то есть спокойно его можно куда угодно прикрепить. Вот для примера можно его крутить. Вот мы его вкрутили и можем на какую-то треногу. То есть это примерно просто карманные треноги, скажем так. И можно его на такую треногу поставить. Но таким образом, честно говоря, его не использую, потому что у него в комплекте поставляется вот такая подставочка. Очень удобная вещь, потому что не нужно крутить сам нивелир. Прикручиваем саму подставочку. Устанавливаем в нужном месте, где нам требуется, как нам удобно. Для примера. И уже сюда, на защелках, вставляется нивелир. Если вдруг требуется снять, переместить его в другое место, легким движением руки, он превращается в два отдельных устройства. Ну и, соответственно, эту же подставочку очень удобно использовать с другим креплением. Именно вот с таким вот. Крепление позволяет прикрепить его на любой угол чего-либо. Стола, полки, двери, на саму дверь, на косяк двери, то есть крепил на самом деле и на косяк двери, и куда угодно, и прекрасно себя чувствует. Ну, например, оставлю на стол, освобождаем эту часть, прикручиваю панельку, выравниваем тот угол, который нам требуется, то есть вот мы его приблизительно поставили на глаз на самом деле. Поставил нивелир, включил, все, он выдает ровную линию. Никаких проблем нет. Требуется куда-то повернуть, повернули, включили, опять же стоит ровно, то есть на глаз спокойно можно поставить, дальше он нивелируется сам. Очень удобная вещь. Снять отсюда, раз и снят. Открутили, переставили в другое место, поставили нивелир. То есть достаточно это все немного весит, очень легенькое, все крепления достаточно легкие и выглядит достаточно крепко. По методам как бы его использования. То есть я его использую, можно сказать, для домашних условий, то есть он для промышленного использования совершенно не приспособлен. Очень часто его используют для какой-либо первоначальной разметки чего-либо. Вот здесь вот в углу поставлю видео, это предпоследнее его использование. Нужно было разместить столешницу в ванной. Его поставил, чем поставил, на штативчик. То есть он позволяет работать достаточно в маленьких помещениях, в узких местах, спокойно установить его где угодно. Поставил на штатив, вывел линию, дальше эту линию себе присматривал, хорошо, плохо, нравится, не нравится, по высоте выровнял, отметил карандашиком, все, линия была. Последнее использование, вешал вешалку для полотенцев в ванной. Поставил штатив на полочку сверху, он выдал вертикальную линию по горизонтали, отметил расстояние слева-справа, какое меня устраивает. Дальше взял саму вешалку, у нее два крепления сверху-снизу, поставил на эту линию, выровнял для себя по вертикали, поставил две точки. Все, вся разметка заняла буквально десяток секунд. 15 секунд, от силы. Причем руки были свободны, можно было свободно оперировать любым инструментом. Также использую его для наведения вертикальных, горизонтальных линий, например, стоящей мебели. То есть использовал для того, чтобы выставить ровно холодильник. Точно так же поставил просто на столешницу кухни, вертикальную линию направил на угол холодильника и угол холодильника
соответственно, выравнивал по вертикали. Угол пенала выравнивал по вертикали. Также удобно, например, повесить картины где-то, чтобы ровненько рамочки висели по горизонтали, по вертикали. Прибить ковер, ну, я уже не знаю, реально где угодно. Какие-то направляющие вертикальные, горизонтальные. Поставить горизонтальные ручки, когда, например, очень много шкафов, дверок, и чтобы ручки были на одной линии. Поставили, он эту линию указал, начинаем делать отметки для ручек, выключили его, все, просверлили отверстие, поставили ручки. То есть для такого, для домашнего, именно повторяю, для домашнего использования, очень удобное устройство. Для мелкого домашнего ремонта, для крупного, опять же, домашнего, квартирного, не для небольшой квартиры ремонта, это тоже великолепно подходит. Ну вот, наверное, где-то и все. Если кому было интересно видео, ставьте лайки, подписывайтесь и всего хорошего.